Число парковочных мест во Владивостоке снова сократилось. Им на смену приходят знаки «Работает эвакуатор». Так произошло на улице Пограничной. В ближайшее время, обещают городские службы, в городе установят еще 40 знаков. И не только в центре. Увозить на штрафстоянку машины будут с улиц Бородинской, Фадеева, Луговой и с острова Русский. Кроме того, автомобилисты больше не смогут использовать для парковки так называемые островки безопасности. Чтобы на них не заезжали машины, городские службы огородили островки бордюром и превратили в клумбы.